Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания Elephone выпустила смартфон с экраном, как у флагманов Samsung, использовав при этом AMOLED-матрицу другого производителя. Ранее аппарат уже был известен под названием S9, однако компания решила переименовать его. Новый Index U напоминает по форме главную фишку устройства – изогнутый экран. Elephone также рассказала, чем еще примечательна новая модель. Изменения также касаются Pro-версии смартфона, которая теперь носит название Elephone U Pro. В остальном параметры гаджетов ничем не отличаются от тех, что были заявлены ранее. Elephone U Pro получил процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ хранилища, двойную камеру Samsung с разрешением 13 мегапикселей и программными алгоритмами ArcSoft. Заднюю панель из стекла, Gorilla Glass, алюминиевый корпус и поддержку NFC. Elephone U и U Pro получили изогнутые экраны с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+. Производством дисплеев занялась компания Boye. Сама Elephone объяснила, почему для новинок была выбрана AMOLED-матрица. AMOLED-дисплеи превосходят по толщине экраны других типов и оборудованы слоем органического пластика толщиной от 100 до 500 нанометров и в 200 раз тоньше, чем человеческий волос. Такие дисплеи получаются легкими, гибкими и более яркими, чем ЖК-аналоги. AMOLED-панели экономнее расходуют энергию из-за того, что каждый пиксель сам регенерирует цвет и не потребляет заряд аккумулятора, когда не активен. Между тем, черные пиксели не расходуют энергию вообще. AMOLED-дисплеи отличаются еще и экологичностью производства. Смартфоны Elephone U и U Pro уже можно заказать на AliExpress. Ссылочки, кстати говоря, на телефоны в описании.